Ребята, а если вы не хотите пропускать какие-либо ролики на моем канале, то просто вот нажимайте вот на этот колокольчик и нажимайте вот здесь вот галочку «Сообщать мне обо всех новостях этого канала» и нажимайте на кнопочку «Сохранить». Говорят, если нажать, то станет веселее. Желаю приятного просмотра. Ребята, а перед началом моего видеоролика я бы хотел посоветовать канал Кодера. Парень делает реально очень веселые и позитивные ролики по Майнкрафту. Он снимает SkyWars, MobWars. В общем, все самое лучшее из Майнкрафта, делает различные конкурсы. И давайте поможем ему набрать 200 подписчиков. Ссылочка на его канал будет в описании и аннотация на экране. А мы, ребятки, приступаем к моему видеоролику. Погнали! Йоу, друзья, с вами я, Домер, сегодня мы вместе с Клаусом играем в SkyWars на сервере Mainsword. Клаус, поздоровайся. Всем привет, дорогие подписчики Домера, ну и мои подписчики, если кто-то меня знает, если что, ссылочка на меня будет в описании, да, вот именно там. Плюс-плюс. Так, сегодня я, ребятки, играю с довольно-таки прикольным ресурс-паком, который я вам отдам после 100 лайков, и ко мне какой-то тпкнулся ноунейм Тимару. Умри, ой, по пингу, отлично, убил. Тут? Да, я тут, я просто играю с того, как ты там... Просто это реально очень плотненько, он такой телепортируется, такой, я даже не успел нижний сундучок облутать, и у меня вообще топ-шмот, если честно. Вот, острота 5 у меня есть. Сейчас буду потихоньку... А я это, я на спавн тпкнулся, короче, и не попал немного, я сдох. Ну, ладно. Домер, ты остался один, давай я буду с тобой. Умри, оп, давай, Бобик, вот, вот так, вот, прости меня, пожалуйста, Бобик, пожалуйста, yes! Отлично, ребят, мы затащили первую каточку и приступаем ко второму раунду. Погнали. Ребят, сейчас начнется второй раунд, а перед этим я хочу перед вами извиниться за то, что Клауса было плохо слышно во втором раунде. Это мой косяк, я там немного накосячил в микшере громкости. Я надеюсь, что вы меня простите и хоть как-нибудь услышите Клауса. Ну, вот сейчас точно мы приступаем ко второму раунду. И вот, ребятки, у нас наступил второй раунд, играем мы на карте Frostbite и будем надеяться, что... Нам повезет с Клаусом, и мы получим топовый шмот, если честно, да. Давай, ты готов? Ух ты! Да, я готов, уже началось, я нашел уже алмазный нагрудник и железную шляпку. У меня тут тоже алмазный нагрудник. Я очень сильно рад, и буду лутать остальные сундуки. Также я нашел алмазный меч. Так что все тебе жопа. Я таки понял, потому что у меня вообще нет меча, у меня одни топоры. Я сегодня буду как викинг. Просто, и у меня даже нет эндерперов, вообще обидно. Хотя нет, я ошибся. У меня есть эндерперы, у меня есть все, что мне нужно. У меня даже меч есть. Покебос просто. Но у меня нет штанишек, это единственное, что меня не радует. И давай, ТП на центр. Ой, нашел. Хочешь ПВП с каким-то пачаном? Ой, сори. А мы тим, да? Окей, тим. Ой, что с такая, я что-то говорю. Так, отлично. Ай, меня убили. Что за гангстер? Какой гангстер тебя убил? Гангста щит убили. Где он? Я его найду. Ты тут... Покажи, как он выглядит, давай. Я отомщу за тебя. Да, все, уже я обиделся на него. Так, сейчас. Застрял. Сейчас я тогда убью вот это вот, кто там находится снизу. И покажу ему, кто здесь батька. У него как раз есть для меня штанишки. Вот они мне сейчас и понадобятся. Зачем он поставил обсидиан? Зачем? Ну это, понимаешь, он колдун. Я явно победитель по жизни. Вот нет, блин, чтобы помочь мне выбраться, он просто поставил обсидиан. Тонкий намек. Зачем тебе отсюда выбираться? Ой, ребятки, очень все сейчас сложно. Сейчас мне нужно будет сломать вот этот блок, чтобы выбраться отсюда. Так, давайте ломать. Я, кстати, пацан прижался, бегает над тобой. Сейчас так. Тебя сейчас убьет. Уходи. Вот так вот. Не убьет. Пора валить. Ломаю. Я ломаю камушек, ребятки. Это моя последняя надежда выбраться отсюда. Все. Уходим. Опа. Давай, умри. Вообще, я тебя сейчас забодаю. Отлично. Забодаю. Ладно, пора выбираться отсюда. Вот так вот. Давайте наверх. Отлично. И остался у нас последний игрок. Где он находится? Не подскажешь? Я вижу. Игрок находится у нас. А, ну ты его увидел. Так, ты готов? Потеем, да, все, раз, два, три. Умри. Вот так вот. Он жив. Хоть. Сюда иди. Вот так вот, все, отлично. Ребятки, мы выиграли. Он вышел. В смысле? Сюда иди, все, отлично. Просто, ребятки, он какой-то был бессмертный.
я хочу перед вами извиниться за то, что так у нас получилось коротко, потому что нам сейчас нужно с Клаусом будет идти. А я надеюсь, что вам понравился данный видеоролик. Если что, ссылочка на канал Клауса будет в описании. IP-сервер будет тоже в описании. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на канал Клауса. И как только наберется 125 лайков, сразу же выйдет новый ролик. РПшку я вам дам после 100 лайков. Всем удачи, всем пока, ребят. Пока. Ты за мной зайди, я тогда гулять пойдешь. Окей, пока. What's your name, what's your number, can I get you some more? Maybe dying on the patio, you can soft on the radio.